Добрый день. Здравствуйте. Добро пожаловать в Вену. Спасибо. Можно, пожалуйста, представиться? Меня зовут Головкина Юлия Владимировна, я тренер компании «Корняй», город Санкт-Петербург. Очень приятно, Юля. И ваши впечатления первые от поездки? Прекрасный город, прекрасная погода, замечательные условия для проживания, очень хорошая организация встречи. Программа интересная, ждем сегодня театр, концерт. Очень хорошая была поездка на завод «Крома». Посмотрели условия изготовления, очень подробно рассказали, как происходит сам процесс производства, насколько он автоматизирован, насколько соблюдаются стерильные условия. Конечно, нас не везде допустили, потому что нужно сохранить вот эти стерильные условия. Приятное очень впечатление, очень познавательный, прекрасный мастер-класс и, конечно, очень хорошая организация приема в самом городе. Здорово, я думаю, организаторам будет это очень приятно. Я надеюсь. Спасибо большое за то, что поделились первыми впечатлениями. Ну и еще больше впечатлений в оставшиеся дни. Спасибо большое. Спасибо, Юля.